Именно. И Ну, continue мы terminating. начинаем тогда снова. Значит, вы продолжаете то, что вы говорили. Окей. Наша проблема главная – это то огромное количество пропавших без вести и пленных, которое свалилось на нашу Украину. Notre problème, c'est une grande quantité de disparus en Ukraine actuellement. На последней встрече с уполномоченным по пропавшим без вести в Украине была озвучена цифра 30 тысяч заявок. Alors, donc justement, la dernière rencontre avec quelqu'un qui s'occupe justement des disparus, on a annoncé 30 000 disparus. Представитель генерального штаба Ганна Муллер озвучила... En Ukraine. Это Это Украина. Это украинцы. 30 тысяч заявок поступило о пропавших без Ce вести. sont les déclarations. On a eu 30 000 déclarations sur les... Уполномоченному. Представитель генштаба украинского Ганна Маляр озвучила цифру около 7 тысяч пропавших без вести – это военные. Et alors, justement, la représentante de l'état-major qui s'occupe de ce problème-là a donné le chiffre de 7 000 disparus militaires. А в то же время, в конце сентября, Ирина Верещук, это вице-премьер-министр Украины, озвучила цифру 1500 пленных. Et alors, donc, juste avant, donc, un autre chiffre qui a été donné, c'est 1500 disparus aussi. Наша организация считает, что цифра пленных очень сильно занижена. А по нашим, по собранной нами информации, у нас на момент с начала сентября было порядка 7 тысяч пленных. Et nous pensons que le nombre de prisonniers actuellement est, enfin, ce n'est pas est inférieur à la réalité parce que nous avons donné le chiffre de 7 000 prisonniers. Серьезнейшей проблемой для Украины стало нарушение России Женевских конвенций, а именно Третьей Женевской конвенции по поведению и содержанию военнопленных. Et le problème, un des problèmes graves, c'était justement le fait, la violation par la Russie de la Convention de Genève. C'est la troisième Convention de Genève. C'est enfin les prisonniers et leur vie. Voilà. Пика достигла вот эта трагедия 27 июля, когда произошла казнь украинских военнопленных в Еленовке. Et c'était horrible lorsque le 27 juin, les prisonniers de guerre ont été exécutés. C'était l'exécution des prisonniers de guerre. Где было это? Это Еленовка. Колония в Еленовке Донецкой области, где было C'est dans la казнено région de более Donetsk. 50 военнопленных Украины. Voilà, la région de Donetsk, Yelenovka, c'est un village. Et donc là, donc il y a eu l'exécution des prisonniers. Красный крест до сих пор не допущен на место казни. Et jusqu'à maintenant, la Croix-Rouge n'a pas accès à l'endroit de l'exécution. Тела казненных были возвращены семьям, а только в самом конце октября. Et les corps des exécutés ont été rendus à leur famille seulement au début du mois d'octobre. Красный крест до сих пор не имеет доступа к украинским военнопленным, ни к тем, которые находятся на территории Донбасса, ни к тем, которые находятся на территории России. Et donc la Croix-Rouge n'a pas accès à des prisonniers ni sur le territoire de Donbass ni sur le territoire de la Russie. Семьи пленных и семьи пропавших без вести прилагают титанические усилия для того, чтобы облегчить судьбу своих близких.
Et les familles des prisonniers font tout leur possible pour donc alléger la vie, le destin de leur famille, des membres de leur famille. Oui, on n'a plus que 5 minutes et qu'elle fasse son message. On n'a plus que 5 minutes qu'elle prenne son У нас message. осталось очень мало минут, поэтому, пожалуйста, вы не можете, так сказать, Я сказать. поняла. Мы очень хотели и обратиться к миролюбивым и к миротворцам с просьбой поддержать требования Международного Красного Креста, поддержать требования представителей Украины для того, чтобы представители Международного Красного Креста, ICRC, получили доступ к военнопленным, которые находятся в России. Et alors, c'est pour ça qu'on voudrait demander votre soutien pour que la Croix-Rouge puisse obtenir l'autorisation d'accéder aux prisonniers sur le territoire de la Russie et de Donbass. Если Россия не может соблюдать Женевские конвенции, то пускай она хотя бы допустит к пленным представителей международной организации Si la Russie гуманитарной ne peut Красного. pas.